Артур Астахов и Илья Щеглов на месте. Начинаем. Посмотреть полные бои ты сможешь на сайте ACA и в их соцсетях. Ссылка на все в описании. Начали с разведки бойцы, сильно не вкладываясь в удары. Но к середине раунда уже начали иметь вес панчи соперников, и больше попадал Щеглов. Во второй половине раунда стало больше разменов, а позже бойцы и вовсе зашли в клинч у сетки. В клинче бойцы этот равный раунд и закончили. Больше доносить стали бойцы в начале второго отрезка. Попадали оба с переменным успехом, особо не комбинируя, закладываясь на один мощный панч. И в один из моментов попробовал таки Артур комбинацию и тут же получил дивиденды. Левый боковой и правый апперкот точно в челюсть и нокаут от Артура Астахова. Отличная победа, наши поздравления. По-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность. Ну а если хочешь увидеть сегодняшние бои в высочайшем качестве, то лучшего варианта, чем pay-per-view на сайте ACA тебе не найти. Отличная картинка, запись трансляции, абсолютно все бои. И это лишь малая часть того, что ты сможешь найти на сайте ACA и в их соцсетях. Ссылка на все это в описании. Оформляй подписку и кайфуй. А это канал It's Time. Я Иван Неумин. Будь здоров.